Всем привет, АТБшники! Мне на этой неделе удалось заполучить уже новую газету с 29 по 5. Давайте поехали, спешу вам ее снять, чтобы вы первыми ее увидели. Дальше, давайте. 29 числа, в среду, конфеты Трюфелье. Это у нас будет товар дня по 9,99 за 100 грамм. В четверг средства для стирки, гелевый вот такой 40 гривен и капсулы 81,90. В пятницу 1 октября будет семга 210 грамм, кусочек норвежская 116,90. Очень классная цена и рыба в принципе в целом. В субботу йогурты Активия от 13 до 14,40 гривен. В воскресенье оливки черные с косточкой и без 23-24,90. Понедельник это у нас будут салфетки. Сухие и влажные, сухие по 3 гривны, влажные детские 18,50. И во вторник 5 числа корм для котов Cat and Go по 14,90, консервная банка 415 грамм. Поехали дальше, значит, кофе у нас будет на следующей неделе Якобс, вот такой вот ассортимент скидок, значит, от 39 до 115, не буду каждую называть. Чай Лаваре в ассортименте в пакетиках 28,50, 24,90, вернее, в пакетиках 24,90, в пирамидках 28,50 и вот такое имбирное утро 16,50. В жестяной баночке 42,90. Далее конфеты Ривьера, шоколад молочный 68,90 и 62,90. Сыр плавленый Золотой резерв 10,30, сырок 90 грамм, колбаса салями премиум 320 грамм 55,90, это у нас не колбаса, это выреб мясо мисткей 26,90, это тоже выреб мясо мисткей, домашнее с сыром, разумный выбор 80 гривен за килограмм, это тоже выреб мясо мисткей кировоградские, что это, варенье, сосиски, варенье, кто варенье? Вырубы, вот так, вырубы варенье, 27,20. Колбаса австрийская, мясная лавка, 66,30. Рулет гурман, 153,30. И филе куриное, своей линии, 152,90. Дальше, здесь у нас селедочка, пресервы, своя линия, разные, видите, 19, 20, 30 гривен, в зависимости от упаковки и, в общем, разные виды. Дальше, консервы. Тоже по скидкам. Скумбрии 24,90, шпроты 36,50, в масле шпроты 30 гривен, маленькие шпроты своей линии 21,90. Далее, здесь у нас крем-мыло Дав, вот такой вот куском, да, 135 грамм 18,90, крем-гель для душа 26,90, мыло в вот такой вот дополнительной упаковке, да, 500 грамм 46,90. И шампуни Дав 38,90 и 48,90. Вернее, 48 это шампунь, а бальзам 38. Далее Always 24-23 гривны. Пантин Прави 400 мл 73,40, 20% скидка. И 300 мл 71,10. 4 кг Ариэль 27,90. 207,90. Фейри 0,5 25,40. Бленда Мэтт. Зубная паста White 3D White 37,60 и щетка 39,90. Памперсы 276, 321. Здесь мы с вами проходим. Здесь я только вам скажу. Вот этот вот нектар Дон Симон в стекле. Литр 56,50 соки. 25 сантиметров 40 гривен. И глубокая 20 сантиметров тоже 40 гривен. И вот такая 19 сантиметров, десертная 35,90. Дальше кастрюля стеклянная 249,5 литров. Форма для выпечки 2,5 литра 139 гривен. Далее нержавейка кастрюля 1,8 литра 139, 4,65, практически 5 литров 229 гривен. И вот такая эмалированная кастрюля с красивым рисунком 189 гривен 3,5 литра. Следующая страничка вот так выглядит. Здесь у нас пошли вкусняшки. Конфеты а-ля Сникерс, как я говорю, Шарзан, да, 9,11 за 100 грамм. Милка с кокосом, пористая 23,40.
конфеты вот такие Суворов 100 грамм 10,44, кофе арабика в зернах 500 грамм 103,90, чай Хейлис 40,32 гривны в зависимости от зеленый или черный, чай Royal Love вот такое сердечко 46,90. Далее Несквик завтрак, большая упаковка 52,90. Это такие шоколадки турецкие, я их смотрела, Делла, маленькие 52 грамма, 6,50. Ну там, естественно, они все на пальме. Пюре чудо-чадо 11,40, 90 грамм. Попкорн своя линия 10,80, который нужно делать в микроволновке. Дольче йогурт 7,30, йогурт лактония 33,30. Далее, крабовые палочки своя линия 21,90, 240 грамм, мясо мидии 35,90, пельмени Левада 82,50, фасоль господарочка в томатном соусе и натуральная 22,60, икра из кабачков господарочка 19,60, сыр Маасдам, вот этот польский, хороший, пластинками, 32,90 будет. Дальше подгузники Хелен Харпер 174,90, влажная туалетная бумага, хорошая, тоже пользуемся. Упаковочка 18,90. Салфеточки для детей 24 штуки, 8,30 это влажные. Котексы 17,30. Глейд освежитель воздуха 27,90. Крем-мыло вот такое почти пол-литра 15,70. Рио средство для чего? Это для пола и для стен своей линии 18,50. Рио для унитаза 19,90. Туалетный утенок 42,90, 0,9 литра. Следующее, это у нас идут игрушки и книжки. Вот такая книжка 50 раскрасок 90-90. Это у нас первые уроки 70-90. Веселые задания 11-90. Дальше сказки 165 гривен. Это у нас обучающие украинскому и английскому 19-90 в таблицах. Набор для лепки 45-90. Фигурки развивающие 249 с деревянными элементами. Лото. Класс, я в детстве очень любила, и у нас было лото. Мы играли всей семьей. 95-90. Далее набор теста 45-90. Игровые вот такие наборы. Little Pony 195. Здесь с бусинками, да? Дальше Hot Wheels 254 набор. Технопарк 125 машинка. Игрушка вот такая металлическая 40 гривен, трансформер 70-90, игрушка, которая растет в яйце 40 гривен. Так, это у нас щенячий патруль 125, игрушка Вовчки с трибуны 30 гривен. Далее липучка 22,90, игрушка антистресс 109 гривен, игра настольная 119, это пазлы 500 элементов 119 гривен. Следующая, это у нас посуда для кухни, да? Ой, я вас ударила немножко. Так, набор пластиковых контейнеров Каскад, 2 штуки 0,8 и 1,2 литра, 32,90. Органайзер для приправ у меня такой есть, все время говорю, хорошая вещь, я его использую для косметики, можно для чего угодно. 22 на 14 на 11, 34,90. Хорошее качество, там пластик такой плотный, хороший, добротный. Ой, какие красивые чашки, очень красивые, смотрите. Чашка 520 миллилитров. Такая хорошая, размер пол-литра, 62,90. Форма силиконовая для выпекания оладок, то есть, ну, блинчиков, да, 59,90. Набор пластиковых контейнеров 3 штучки, вот такие разного размера, 90 гривен за набор. Набор подставок под горячее 6 штук, 34,90. Помпа Baby Plus с краном. А что на Baby Plus? Для налива воды с бутлев. Бэйби, значит, для детей или нет, или маленькая. Не знаю, 84,90, в общем, помпа. Чайник нержавейка такой у нас тоже есть, 259 гривен. Скидка на него, смотрите, хорошая цена вообще. Это у нас турка, 500 миллилитров, 65,90. Далее, салатница Люминарк, 14,5 в диаметре, 50 гривен. Чашечка вот такая интересная, с ложкой. С бамбуковой крышкой 350 миллилитров, в общем, 100 гривен. Это тоже склянка, это стакан, похоже на вазу, 300 миллилитров, 65 гривен.
Интересный дизайн. Вот это очень красивые тарелки Люминарк. Следующая всякая такая дребедень, тоже разная. Маска фильтр KN95-29-90. Это у нас что? Ваза. Вот это уже ваза. 18 сантиметров стекло. 75 гривен. Ручка Сатурн с подсветкой. 25-90. Бомбочка для ванны 14-90. Далее крем Сила Карпат 21-90. Понятное дело, не ведитесь, они ничего не делают, эти крема. Коробка для хранения, органайзер. Я уже взяла в прошлый раз поменьше, показывала вам видео. Это видно побольше, потому что цена дороже. Этот уже 70 гривен. Классный органайзер, я вам советую, пока они есть, берите. Дальше косметичка, смотрите, тоже интересная, потому что она тоже как органайзер идет. Вот такая 129 гривен, хорошая, тоже интересная. Это моя любимая косметичка изотермическая, 55 гривен в каждом каталоге, да. Зеркало-книжка 32,90. Далее у нас тут уже что-то обновилось. Бейсболка, смотрите, прям такая теплая, я бы сказала. Бейсболка сделана из пледа. Демисезон 85 гривен. Это что, ботинки женские? Я так понимаю, резиновые. Да, водостойкие 299. Курточки даже детские по 299. Далее, это у нас носочки мужские 15,90. Носочки женские Конте 44,90. По одной штучке. Конте колготки 69,90. Трусы для девочек 24,90. Комплект женский с коротким рукавчиком 129. Далее, подушка 50/70, 125 гривен, Advice Soft. Плед флисовый 150/180, 149 гривен. Набор двух махровых полотенец, 100% катон, 50/90 и 70/140. Смотрите, какой хороший наборчик, 199 гривен. И далее, поехали, еще страничка, это у нас все с 30 по 6. Салфетки вискоза, это мы такие берем постоянно, 10 штук, 24,90. Полироль 77 гривен. Дальше, это удлинитель, розетка с кнопкой. Удлинитель с тремя розетками, да, и с кнопкой, 100 гривен. Далее, ящик для инструментов пластиковый, 60 гривен. Салфетка автомобильная в тубусе, 37,90. Отвертки, 35 насадок. 109 гривен. Далее, кроссовки детские 349, вот такие, и вот такие 249, полегче. Тапочки мужские комнатные 119, кроссовки женские 329, белые и черные. Следующая страница, лампа светодиодная 29,90. Эко-сумочки по 31 гривне. Пуф складной 179 гривен. Там можно, по-моему, он как короб идет, если я не ошибаюсь, можно что-то хранить. Запаска для швабры 29,90, микрофибра 14/44. Так, это у нас для йоги, колымок для йоги. 159 гривен, размер 61/180. Коврик для йоги. Зонт, трость, вау, хорошая цена. Механический 100 гривен, смотрите, всего. Отличная цена. Но я, правда, не люблю трости, они такие огромные. Так, это у нас коврик для входа, такой тоже симпатичный, смотрите, 249 гривен, 76/46, прямо такие орнаменты, как какой-то турецкий, прям как в Турции. Так, набор для барбекю, 179 гривен в чехле, решетка гриль 90 гривен, рюкзак-трансформер дорожный 199. И последняя страница, у нас сегодня много товаров из дома, да, таких домашних хозяйственных. Термопот. Интересная такая вещь, которая держит и делает кипяток. Да? Так, 3,5 литра, 750 ватт, гарантия 2 года, 590 гривен. 519. Что у меня с цифрами сегодня? Все путаются. Следующий, это пульсоксиметр. Это не давление, это мерить сатурацию, да, на пальчик. 499 гривен, гарантия 2 года. Сейчас тоже будет нужная вещь. Так, пряжа 32,90, 100% акрил. Вот это растение, кстати, вам тоже советую, потому что у нас оно тоже растет. Это замиокулькас или долларовое дерево.
Я вам его советую, потому что оно неприхотливое, оно очень интересные, такие красивые. У него листья как пластиковые, то есть кажется, что они не живые, ну то есть красивые. 175 гривен, если вы вот любите такое что-то неприхотливое, которое поставило, оно растет. Вот это растение, ну, мне нравится, оно очень-очень интересное. И пускай оно принесет ваш дом богатство, потому что это все-таки долларовое дерево, друзья. Дальше. Набор 199 гривен детской посуды. И миксер планетарный, как всегда, 1559. Все, друзья. Достатка в ваш дом сегодня я желаю. И всем пока-пока. Не забудьте поставить свой лайк. До новых встреч!